Привет, ребятки! В этом видео я вам, вам расскажу, как создать комментарии в HTML. Давайте, вот мы хотим, допустим, вот эту строчку закомментировать, сказать, что вот этот код обозначает. То есть комментарии используются для того, чтобы вы, для вас, чтобы вы знали, какой код что делает. То есть создать комментарий в HTML, по идее, должно быть очень просто. Он создается смотрите, такими штучками. Вот этот символ, скобка, такой. Вот между этими и закрывающий, вы пишете любой комментарий. Допустим, я напишу. И он не будет виден. Давайте обновим, он не выводится. Но он есть в коде, да, он не выводится, но мы видим здесь его. То есть, давайте напишем это ссылка на DuckDuckGo. Чтобы мы знали, что куда эта ссылка ведет. Понятно, что тут видно, что DuckDuckGo. А тут давайте напишем, что это ссылка на Google, а давайте закомментируем, напишем, что перенос строки. Вот так вы комментируете весь ваш код, чтобы знать, что делает он. Так, обновляем. Видите, нету его. То есть комментарии вы пишете для себя. Вы, например, учитесь, да, вы должны все комментировать. Вы создали ссылочку на DuckDuckGo. Конечно, вы не знаете, куда она. Забыли, что это такое, да, эта штучка означает. Вы взяли, поставили комментарий вверху. Этот код тоже вы не понимаете, что это такое. Бер. Да, поставили этот перенос строки. А здесь написали так. Потом ниже вы такой пошли. А что это такое, неясно. А оно написано. Ага, это ссылка на Google. В общем, так создаются и используются комментарии в HTML.